Рыжая, она ему, бабка, кажется, крадется к нему. Больная, хвост-то как. Он виду не показывает. Это ее смущает. Почему он не убегает? Это она территорию свою каноническую защищает. Из-за какого-то там гальяна готова задушить его. А видишь как, вот он не боится, а хвостом машет. Она может сейчас внезапно броситься, она такая. Хвост-то как у ней, глянь, дергается. Хвост выражает эмоцию. Интересно вот как. Притом он ей ничего не должен. Мышей хватает, и она подбирается все ближе и ближе. Как лапы-то поднимает аккуратно, передняя. А хвост дрожит. А что будет? Она бросится, он закричит и убежит. Он уважительный к старшим, но приходит опять и ложится около нее здесь, в соседней комнате. Белый бы давно удрал, и шкурка была бы целая. А вот это все вздыбилось на загривке, гляди. Она тоже думает, у нее пузо-то голое, что-то там болит у нее. О. Видно, что она расслабляется, все, она не должна уже кидаться на него. Вот так и в жизни человека. Вариантов несколько, погасить скандал. Один из них — молиться Богу, смиренно принять все. Вот он уперся, он тоже бьется за сферу влияния. Она переднюю лапу опустила, это говорит о том, что она успокаивается. Нет, нет, она вперед идет. Все, может сейчас повернуться и выйти. Ворчит? Она потихоньку вперед идет. Крадется. Опять вернулась на тропу войны. Он даже виду не дает. Это наши кошки, не чужие. Но он может не выдержать. У нее гипнотический взгляд у нее. Она через окно едет. Все. А дальше не идет. Он должно быть не стал убегать. Посмотри. Рыжая, рыжая. Все ты его обижаешь. Ходил бы он тут, мышек ловил бы. А, вот видишь как. Он маленько-то, и она понимает, что сила на его стороне. Он его поборет. Хорошо, хорошо. Молодец. Рыжий хороший такой. Замечательный. Вот он как. Замечательный. Ты люби ее, она тоже хорошая. Она родня твоя. Ну-ка, чё ты, рыжая, сгоняешься за ним? Ну, да замечательные у меня кошки. Ах, хвост-то самый такой. А вон он пошел, даже никаких. Ты видишь, с какой он идет, важно-то как. Вот даже у кошек это, ну иди домой, иди, иди, гуляй. Она любит, чтобы я подбородок поцарапали. Вот она какая, о. Она является родоначальником всего кошачьего полка у нас. Все это свадьба. Посмотри, как вот это у нас называется кух. Растение, все ровно возвел, а сейчас сюда все кидают. Ну и что, так мы место нигде не занимаем, выбрали негодное место. А теперь оно все перегнивает, и здесь можно арбузы все садить. И главное, курицы никогда не залазят, я не могу понять почему. Соседние курицы. А так, где еще растет, они все разгребут. Вот еще надо разобраться. Вот сетка лежит. Вот она. Это же можно разобрать-то. Сетка. И притом на нашу рыбу. Выбери как-нибудь время и
Можем начать разбирать ее. А это я нашел уже под землей буквально. Видите, сделан какой-то такой, как мордушка из сетки. Все это заброшено. Работа непочатый край. Попросил Володю промыть вот этот термос. Мне надо каждое утро, сказали, промывать глаза. Ну, видно, что лучше с глазами-то. Посмотри. Это тот, который у меня набух и болел сильно. Ну, а сейчас сколько вот я был? И ничего не было, кроме анализов в городе. Вернулся и утром встаю. Как в тумане вроде бы. А потом несколько раз так вот там зажмурюсь. Ну как бы надавлю так глаз. И все, и опять нормально смотрит. Глаза перетруженные. И поэтому я сейчас себе щадящий режим избрал. Дольше написали. Степаненко Максим Валерьевич. Вот столько-то спать, не меньше 7-8 часов. Я так ахнул. Треть жизни я бунтовал против этого. Ну, ничего не сказал, сейчас днем прихватываю, маленько сяду на стул, откинусь и сразу засыпаю. Организм входит в норму. Ну и тут такое обихождение, Володя все, где еще поднести, все сам делает. У меня после операции на позвоночнике, меня берегли, тут, наверное, год целый. Больше 3, что ли, 5 килограмм не поднимать. И поэтому такое, ну, успешно закончилось все. Вот так. Чего ты стоишь, а? Иди домой. Не гоняй ты их. Они тебе вреда не сделали. Это вот старые доски. А в них гвозди. Рыжий опять защищает свою территорию. А куда он делся? Вон он сидит. Она его учит-то. Поставили рыбу сюда, он залез в чашку с рыбой. Кто-то запустил же его. Его не было не здесь. Знаю. Утром я выдал здесь его. Ну, ладно, в темноте еще не запустил. Между ног. Раз, все.